У жителей Шымкента наконец появился свой дворец бракосочетания. Ранее в мегаполисе действовали только частные организации, которые предоставляли услуги регистрации брака и рождения ребенка. Теперь же молодожены могут подать заявку на портале ЕОТНШ, выбрать для себя день и спустя 15 дней вступить в брак. Новый объект уже передали в эксплуатацию. В первые дни работы около 30 пар уже узаконили свои отношения. Теперь мы принимаем молодожёнов в новом здании. Услуга предоставляется бесплатно. В целом же отмечу, что с начала года в городе зарегистрировано более 5000 пар.